Воспитанникам детского дома «Хуретен» провели экскурсию по аэродрому. Ребята с восторгом рассматривали авиационную технику и даже наблюдали за прыжками с парашютом. Организовали экскурсию Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта, администрация Владикавказа и Союз десантников. Своими впечатлениями дети поделились с Фатимой Дзадзоевой. Экскурсия началась с посещения небольшой экспозиции, где собраны самые яркие эпизоды в истории аэроклуба. Здесь ребята узнали, что первый полет над Владикавказом совершили в 1911 году. Для них стало открытием и то, что 17 отважных летчиков, воспитанников аэроклуба, стали героями Советского Союза. Среди них и генерал-майор авиации Ибрагим Дзусов. Затем ребята переместились на открытую площадку, где познакомились с техникой. После такой завораживающей картины некоторые даже определились с будущей профессией. Я подошла к главному и попросила, чтобы он меня с моей подругой записал, чтобы мы спрыгнули с парашюта. Они говорят: хорошо, мы поговорим с директором. Если он вам разрешит, то вы можете приехать и потренироваться и спрыгнуть. Экскурсию для воспитанников детского дома «Хуретен» организовал Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Владикавказа совместно с Союзом десантников. Подобные экскурсии для детей проводятся регулярно. Как отметил председатель Союза Игорь Зулоев, видеть, с каким восторгом ребята рассматривают авиационную технику и наблюдают за прыжками с парашютом – самая большая награда. Как становятся десантниками, как люди взлетают в небо и покидают борт самолета. А то, что показывают по телевизору, да, это тоже захватывающее действие, но когда ты видишь это наяву, когда ты видишь это вот непосредственно, без экрана, это действительно захватывает. И вот сейчас мы пока общались, уже поступило много вопросов от ребят, а как записаться в ваш клуб, как сделать первый прыжок, то есть у них уже появился интерес. В конце встречи всех желающих пригласили вступить в аэроклуб ДОСААФ и пожелали идти к своей мечте, которая может стать началом захватывающего путешествия к высотам чистого неба. Фатима Дзадзоева, Мурат Байцаев. Новости Осетии.